Очень хотел бы, поблагодарить, что такие люди, как Инесса Белая, вообще в принципе в Украине живут и не уезжают, потому что, может быть, не все знают, но ее знают в мире. Ее реально знает, ну, я маленький секрет, в королевском доме Великобритании ее лично знают. Ее знают президент ЮНЕСКО, дружит с ней, ее знают в мире. А в Украине ее и организацию знают, но не очень. Поэтому мне очень приятно, что меня пригласили с организатором, помощником. Мы уже дружим больше 10 лет. Мне очень приятно, что пришли вы. Мне очень приятно, что я своих друзей, всех, с кем дружу, пригласил сюда, и они в восторге от того, что увидели. И когда люди в Украине поймут, кто не уезжает, хотя может уехать и живет здесь, распространяя культуру в массы, но не уезжают, а продвигают, когда правительственные структуры обратят внимание, и депутаты вместо того, чтобы заниматься не тем, чем должны заниматься, а они должны помогать таким, как Инесса, и художникам в том числе, то тогда в Украине будет намного лучше, чем сейчас. И тогда, когда говорится, что ты из Украины, а ты из Украины приезжаешь, хочешь сказать, а лишний раз не скажешь, а вот тогда мы будем говорить гордо, что мы украинцы. Всем спасибо, что пришли.